Всем с добрым утром, здравствуйте. Мы проснулись сегодня в 4 часа утра, пошли на тренировку в 5, вернулись. Давайте я вам покажу, что мы будем завтракать. Так, наш завтрак — это овсяные панкейки со шпинатом. И я разогрела в микроволновке замороженные ягоды, которые я сверху полью на эти прекрасные ладушки. Вот так вот это все вкусно и аппетитно выглядит. А привет еще раз, это мой второй завтрак. Сэндвич, который я сделала сама из цельнозернового лаваша с йогуртом и с обезжиренным майонезом. Внутрь я положила куриную грудку, помидоры, тушеный лук, перец и морковку, огурцы, сыр. Я сейчас это все разогрею и буду кушать. Ребятки, это что-то вкус вообще, я не ожидала. Видите, быть на диете не значит плохо кушать. Можно кушать вкусно и полезно. Мой третий прием пищи — это омлет с сыром. Там внутри все плавится, очень-очень вкусно. Наш полник — тушеная курица в барбекю соусе и салат из помидоров и огурцов, который я заправила 1/2 чайной ложки обезжиренной сметаны и 2 чайные ложки йогурта. И наш последний прием пищи, ужин, у нас сейчас 6:30 вечера, и в тарелке у меня 100 грамм творожной запеканки и 3 клубнички. Вот такой вот был сегодня у нас рацион питания. Надеюсь, вам нравятся мои видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы идем кушать и потом в кроватку смотреть фильм и засыпать. И я вас увижу уже завтра. Всем спокойной ночи. Пока.